Бедина, приветствую. Приветствую. Поздравляю тебя с впечатляющим выступлением. Первые впечатления и 22 года, яркий дебют. Ты выигрываешь очень серьезного ветерана, который известен российской публике. Спасибо большое, в первую очередь. Была уже хорошая подготовка. Я уже последний год живу в городе Киев, в Украине. Я там подготовил клуб «Гермес». Я что могу сказать? Только спасибо за них, спасибо ВСЕ, чтобы дал мне такую возможность, чтобы выступать здесь и контракт. Так что, слава богу, я выигрывал. Я хочу еще передать большой привет Грузию, всех. Я всех люблю. Итак, камарджоба отсюда. Я уже говорил тебе, 22 года, твоему оппоненту 35, он давно выступает на высоком уровне. Были ли сомнения или сразу согласился на дебют против него? Не, никакие, я сразу хотел, я ждал уже контракт с CCA, но сказали, для меня без разницы, кто будет, конечно, я знаю, что все сильнее здесь, и я тоже готов, я тоже сильнее, я из Грузии, так что я готов со всех драться, и так, что. Есть ли какие-то имена в твоем дивизионе, с кем бы ты хотел в ближайшее время встретиться? Честно сказать, такое не знаю, но, конечно, за пояс я дерусь. И дальше будем показать это уже, что будет, кто будет следующий соперник. Это уже решает мой тренер и, как сказать, менеджер. Как они меня показывают, что, так, короче, так. В лиге ACA становится все больше ребят из Грузии. Общался бы, может быть, перед дебютом в лиге с кем-то из ребят, которые сегодня в карде будут, например, Тутраули или Макашвили? А как еще раз можно? Разговаривал с ними насчет этого боя и вообще спрашивал, как в лиге, как здесь все обстоит? Да. Они мои друзья, я их очень хорошо знаю. Я даже вместе тренировал с Раулом Тутараулом. Мои друзья, конечно, только что тоже рядом были они. Меня и разговаривали, конечно, об этом тоже. И об ACA. В скором времени планируется турнир ACA в Грузии. Хочешь ли ты там выступить? И, может быть, какой-то громкий бой хотел бы оппонента какого-то особенного? Конечно, если будет Грузию, конечно, будет лучше для меня, потому что это моя страна, и я буду рад только. Дальше что сказать? Я готов. Я тебя поздравляю с ярким дебютом. Спасибо большое вам. И спасибо ИСЕ. Спасибо Украине, и спасибо Грузии.